Бегемот против обезьяны. Прошу вас. Спасибо. Подходите, сейчас будет представление. Это же жонглёр, пошли. Скорее, пошли смотреть. Давайте скорее, это места не хватит. Ребята, меня подождите. Голова болит. Ужас, что происходит? Подходите, не пропустите шоу. Подумаешь, жонглёр. Странник, ты что на пороге застрял? Куда подевались посетители? Да, класс. Здорово. Да, да, да. Этот негодник поставил сцену прямо напротив моего ресторана. Он увел всех моих посетителей. И что они нашли в жонглёре? А ты? Ничего не делаешь. Давай придумывай, как нам вернуть клиентов. Я самый лучший жонглёр в мире. Я не позволю тебе украсть мою славу, в смысле, наших клиентов. Да, браво! Здорово! Круто! Еще, еще! Смотрите сюда! Смотрите! Шоу каскадеров Зодиак Вэй прямо сейчас! Странник исполнит для вас величайший трюк в мире – жонглирование яблоками! Посмотрим, что эта обезьяна о себе возомнила. Идите сюда! Молод, смотри, странник устроил представление. Пошли, поболеем за него. Сюда, подходи! Не пропустите мое неповторимое шоу! Эй, народ, подходи, не стесняйтесь, я удивлю вас! Хочешь меня пережонглировать? Для начала тебе нужно подучиться, сынок. Кто такое? Какой жонглёр? Рука соскользнула. Не уходите. Дайте мне еще один шанс. Смотрите. Вот здорово. Ночной герой. Гром, Молот, вы мне не поможете, друзья. Выступать? Да, мы поразим их. Этот бегемот украл всех наших клиентов. Я должен вернуть их в ресторан. Гром, ты еще занимаешься кунг-фу? Класс, сделаем так. Подходите, друзья! Гром, давай! Какой сильный ветер! Это всего лишь начало. Готовьтесь, гром потрясет ваше воображение. Слышали, что он сказал? Пошли посмотрим. Пошли скорей. Да-да, идите сюда. Что на этот раз, обезьяна? Это будет величайшее шоу в мире. Что они затеяли? Ух ты! Здорово! Гром! Вот это талант! Ночной герой! От твоего жонглирования нас всех уже в сон клонит! Собирай вещи, исчезни! Еще чего? Я тебе покажу, гадкая обезьяна! Тоже бросает ножи просто так. Так даже моя бабка умеет. А вот и последний. Вот это по-нашему. Здорово. Не уходите, куда вы? Ночной герой. Ночной герой. Я не сдамся. Я еще тебе покажу, мерзкий толстяк. Жду с нетерпением. Всегда пожалуйста.
Эй, Гром, а ну-ка покажи им. Странник, я им уже все показал. Молот. Ну, я попробую. Господа, внимание! Я приглашаю вас на вечер фокусов! Так, теперь ты о фокусах заговорил, да? Представление с фокусами. Странник будет показывать фокусы. Пошли скорее. Фокусы. Сюда, друзья мои, сюда! Сегодня вы увидите самые волшебные фокусы в мире. Давайте поприветствуем Молота Великого! Привет, спасибо, что пришли. Что это? Какой-то ящичек. Смотрите, в этом ящике нет ничего, кроме воздуха. Да, он пустой. Смотрите внимательно. А теперь еще внимательнее. Свежая морковка! Тоже мне фокус. Вот здорово, покажи еще раз. Ну вот, приятель, больше тебе тут ничего не светит. Можешь убираться отсюда. Все равно я самый лучший. И никакие безмозглые обезьяны не выгонят меня. Он собирает вещи. Глупая обезьяна, я покажу тебе, что такое настоящие фокусы. Жители города, я приглашаю вас поучаствовать в моем шоу невероятных иллюзий. Интересно. Пошли посмотрим. Я тоже пойду. Шоу иллюзий? Дорогие зрители, мы с моим непревзойденным помощником начинаем шоу. Искусство иллюзий. Ночной герой. Я прошу вас очень внимательно изучить этот ящик. Видите, он совершенно пустой. Где он найдет столько морковки, чтобы заполнить такой ящик? Я попрошу своего волшебного помощника залезть в этот ящик. Сосчитайте до пяти. Один, два, три, четыре, пять. А теперь смотрите. Он исчез. Поразительно. Лис исчез. Странник, я никогда раньше не видел такой фокус. Я даже представить не могу, как его можно исполнить. Что? И что же мне теперь делать? Да, ночной герой. Ночной герой. Странник, мы старались изо всех сил. Ничего не поделаешь. Что ж, пойдемте по домам. Ночной герой. На той стороне народу все больше и больше. А у меня в ресторане ни души. Странник, хватит топтаться на месте. А ну иди туда и приведи сюда посетителей. Ночной герой! Ты лучше всех! Как ты смеешь бросаться в меня кувшинами? Ты перешел все границы. Лови! Хочешь поиграть в кувшин с сидром? Да я это и с закрытыми глазами могу. Странник! Странник! Что? Будем играть? Лови! Здорово! Большеротый клоун, я тебе еще покажу, бегемот! Эй, народ! Вы еще не видели шоу? Давай, странник! Давай, странник! А это поймаешь? Уж в этом ты меня не побьешь. Первый, кто остановится, проиграет. Понял ты, дятел болотный? Да, посмотрим, сколько ты продержишься. Странник, даже не думай проигрывать. Да я ни за что. Ночной герой победил. Странник, а ну вставай.
обезьяна непутевая! Художники Джан Гадзин, Пэн Сянтун, Люй Туань и другие. Композитор Ли Лэ. На русский язык фильм озвучен по заказу компании Central Partnership в 2011 году.大学把你的真实打破，是我为你挑战，不会傻等级的招牌。